как бы запускается этот плеер, но что-то потом диск будет нормально запуститься не может. Почему-то от одной кнопки нажатия не запускается. Нужно, чтобы какую-то вторую кнопку еще нажал. И аккумулятор почему-то зарядился до 3,9 вольт. Литионный полимерный. Он, по идее, должен был на 4 и будет зарядиться. Вольт. Я две кнопки нажму, и тогда он должен запуститься. Одну и вторую. Что-то не запускается, раньше не запускался. Так, диск подергивался, там что-то переставало работать. Просто повер этот, кнопка, она затерялась, поэтому пришлось вот отсюда снять и ее тут наложить. Не может тут аккумулятор совсем слабенький, ему как бы мощности не хватает. Вот, подпаял другой аккумулятор, чтобы побольше силы он имел. И вот тут вот этот
Последний аккумулятор проверяется. Но напряжение уже 3,46, уже как-то очень низкое напряжение, по-моему. Набрало всего емкость 2348. Я думаю, он уже быстро разрядится. И, вероятно, вот этот аккумулятор будет иметь самую малую емкость. Вот первый аккумулятор имел емкость 3000, там вот такую 2777 плюс 703, ну где-то близко к 3500, можно сказать. Где-то там 20 не хватало миллиампер часов до 500. Тут 3000 тоже близко 500. Еще ближе, еще больше емкость. Немножко больше, чем вот это. 3448. Ой, этот вольт. 3496 миллиампер часов тут. Почти 500. 3500 почти тут. Тут немножко меньше, чем 3500. Ну, примерно одинаковые эти можно считать. А вот заряд, первый аккумулятор заряд. После заряда на нем такое напряжение было. Я замерил. А это прибор показывал. Вот, 3638. На заряд, как всегда, больше уходит, потому что часть энергии как бы уходит в тепло, там контакты имеют какое-то сопротивление, там аккумулятор имеет сопротивление, это все как бы теряется в тепло, и потом на заряде всегда больше, чем на разряде. Но это последний уже проверяется. Вот еще мне 1 кг аккумулятор пришел. 36 вольт, 8 ампер часов. Весит он и замерял 1,8 килограмма. Вот дырка от замера осталась. Заряд подходит к концу. Может, 3000 наберет. Но на 3400, наверное, не наберет. Мне было непонятно, или тут плюс с плюсом они напрямую идут, зарядка и разрядка, или не напрямую. Я мерил и нечаянно тут коротнул вот мультиметром. Вот он весь тут обгорел. И тут обгорело. Хотел его сразу разобрать и посмотреть, но потом подумал, жалко, тут он так красиво упакован. Нужно было сразу разобрать. А то теперь еще больше себе проблем наделал. Портил заряд. Вот плюс, куда он тут на балансир идет. Вот минус.
характер тут, похоже, есть. Вроде бы все нормально. В нем подключено. Так, вот зарядка как тут идет. Тут плюс-минус идет. Минус тут на зарядка. Зарядки тоненькие, проводики. А плюс там идет. Вроде бы в одно место они идут. Вот. Плюс зарядки и плюс аккумулятор. Вот они в одно место идут. Плюс зарядки и плюс аккумулятор. А минус так не в одно место идет. Вот минус зарядки, минус аккумулятор. Ну как бы я смотрел. А, да, я плюс смотрел, а минус я не смотрел по мультиметру. Что у них там? Какое сопротивление? Если там транзистор включен, так может. Два, три ома. 0,9 ома. Вроде бы как бы и в одно место идут, но почему они тогда ни к одному месту подпаяны, непонятно. И вот на диод посмотрим. Если там хочется. Нет, вот как бы короткое замыкание идет. Получается, как бы зарядка и в одно место идут и зарядка, и разрядка. Кто ж бумагой клеит, она же потом промокнет, наверное. Может, влагу будет отбирать. Один, два, три. Это не. Тут все параллельно. 1, 2, 3, 4. А тут, наверное, эти последовательно с этим. А эти с этим. Mm-hmm.
Надо балансир посмотреть. Да не, чтобы не коротнуть чего-то. То я не понял, как он тут. Все он тут приклеен как-то. Наверное, теперь надо запараллелить два аккумулятора, этот и другой, потому что этот испортился, который заряжает. Хотя у меня есть как раз с более широким, может он подойдет. Это плюс идет там красный, тут видимо черный, но тут видимо провод сэкономили. Вот. Вот тут минус, что провод разных цветов не выбирать, они как бы сэкономили на проводе, вот тут вот плюс. Вот проверить сопротивление. Между этим и этим контактом, вот между минусом и минусом, какой тут будет. Тоже, наверное, будет пропускать. Но это тоже нолем пропускает полностью. Получается, наверное, вот это можно подключить другому аккумулятору, вот это запараллелить. Когда будет идти зарядка, он все равно по идее должен заряжать нормально. Потому что тут на короткое замыкание идет. Либо там какой-то транзистор стоит. Не знаю. Вот балансир написано. Вроде бы 15 ампер. 5 ампер может зарядка, а 5 разрядка. Вот балансир подпаян. Проводочки. Думаю, что если вдруг, если минус, это через транзистор, эти два минуса соединены, как бы если будет
Если подключить... Ладно. Сложно объяснить.
поставил на зарядку. 3% вот это. Что теперь может 12 вольт аккумулятор проверить? Вот этот. Сколько он ампер часов даст? На нем сколько тут вольт? Ну, я тут его заряжал как бы нормально. Может, не полностью дозаряжен. Но приблизительно, может, получится узнать. А то теперь сопротивление нужно поменять. Это такого сопротивления может перегореть. Ну, может, это завтра сделаю. Либо вот этот аккумулятор проверить. Вот сколько он даст. А, ну тут еще больше напряжения. Вообще нужно нагрузку менять.